Здравствуйте, меня зовут Алена. Я начала заниматься в 2013 году, в феврале пришла. Привела ребенка, занималась вместе с ребенком в группе общей. Потом как-то вот мне это понравилось, самой были куча всяких проблем, и уже стала ходить отдельно во взрослую группу, а дочка отдельно в детскую. Решила за вот это вот время, ну, в основном даже за первый год, очень много таких проблем с опорно-двигательным аппаратом. У меня было несколько межпозвоночных грыж в поясничном отделе до такой степени, что защемлялись, когда отнимались ноги. То есть я могла идти по улице и упасть резко, то есть все, отнимались ноги. Один раз поднялись вообще на 3 дня, я лежала, пока не приехала там моя знакомая, мануальный терапевт, и аккуратненько меня там все это не вправляло, то есть ужас. И вот я в таком состоянии пришла заниматься кунг-фу. Через год после суставной практики, после дыхательной практики, все у меня исправилось, все на место стало, я не делала никаких мануалок, никакого массажа вот за вот это время, что я занималась, только наша школа. Причем, когда встал последний позвонок на место, я это просто слышала. То есть у меня была дикая боль, я занималась дыханием полчаса каждый день, и он прямо и все, отпустил. Блаженство. После этого поисправляла какие-то мелкие там травмы юности, колени, одно, второе поправила. А сейчас при помощи суставки. И вот занялась проблемой полгода. Полгода ушло на то, чтобы исправить очень такую жесткую аллергию на кошачью и собачью шерсть у себя и у дочери. То есть настолько жестко, что мы не могли. Мы когда ходили, выбирали котенка, мы приходили, садились, гладили его полчаса, а потом со слезами, там, соплями, с кровавыми белками уходили и понимали, что котята нам закрыты. Ну вот, специальные комплексы, акупунктурный массаж, и сейчас у нас дома 2 годовалые кошечки живут. Никаких проблем. Вот. Так что всем советую заниматься по нашей системе, по системе Хонгер Вьетнам, исправлять здоровье, укреплять здоровье, задел на будущее, омолаживаться. Это реабилитация, это предотвращение травм. Приходите. Ждем вас.